Всем друзьям большой привет! Сегодня хочу еще сделать обзор на набор фигурок Allied Forces, не знаю как перевести. Вторая мировая война, Северная Африка, пустынная битва, серия пустынная битва. В наборе присутствует набор сразу от Master Box'а. Вот. Набор состоит из 5 фигур. Ну, я думаю, было бы неинтересно так просто, какие-то обезличенные фигуры, поэтому я вот каждому дал имя. Вот это Жюль Верн. Вот мне что-то кажется, что он похож на Жюля Верна. Это вот Жюль Верн. Вот этот паренек второй. Сразу хотел его назвать Алан Квотермейн. Такой он похож на него, мне кажется. Но потом я скажу ниже, по какой причине. Я его переименовал. Теперь это профессор Доуэль. Вот такой у нас профессор. Это вот в летной шапочке. Это Билл Мюррей. Билл Мюррей. Похож на него, по-моему, такой паренечек. Вот этот с тарелкой на голове. Думал, ничего не мог придумать, кроме как дрищ. Вот просто дрищ. И дядя Том. Дядя Том. Вот такая вот компания. Такая компания. Жюль Верн, голова, профессор Доуэль, Билл Мюррей, дрищ и дядя Том. Вот такая вот компания. Обратная сторона. Ну, мастербокс у них всегда так, у них инструкции нету. Вот у них обратная сторона является и инструкцией в том числе. То есть и инструкции, и схема окраски. То есть вот так вот. Вот так вот. 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 То есть у нас тут даже мы можем их вообще классно. Можно сделать шапки, а можно без шапки. Ну, короче, полет фантазии у нас просто может разыграться. Хотим в шапке, хотим без шапки. Красота. И вот наш летничок, который здесь. Ну, давайте посмотрим на сам летник. Вот он так выглядит. Вот всякие руки, ноги. Рай патологоанатома. Все-таки почему? Отвечу на вопрос. Почему Алан Квотермейн стал профессором Доуэлем? Потому что вот это его голова. То есть весь набор этот остался, а голову я отделил, загрунтовал. Не спрашивайте почему, но так получилось. У нас загрунтовано. Вот такая голова профессора Доуэля. Все остальные запчасти остались еще пока на летниках. Честно говоря, не знаю, куда их, к чему придумать. Но когда-нибудь со временем, я думаю, наверное, вместе ни одной компании не будет, а по каким-то виньеткам, по человечку я распихаю. Ну, вот такой вот набор. Если вы придумали какие-то другие имена для них, прошу в комментариях оставляйте. Вот так вот. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!